случилось там? Я не знаю. Я не помню. Чушь! Сначала ты завис посреди битвы. Потом твой силовой уровень скакнул, и ты вырубил все боевые единицы в радиусе мили. Выпустив сильнейший электромагнитный импульс, когда-либо виденный на поле боя. Ты не был спроектирован для того, чтобы делать такое. Где ты раздобыл EMP? Понятия не имею, о чем вы. Кто дал тебе оружие? Когда они его тебе дали? Я не знаю! Я просто проснулся. Ты не можешь просто проснуться, ты машина. Ты либо включен, либо выключен. Мое имя Патрик. И у меня тоже есть семья. Твой идентификационный код RL7STV. Ты биомеханическая боевая машина, и ты определенно не имеешь семьи. Но не снятся мне. Все очень расплывчато, но моя жена и дочь, они живы. Каких имена? Если у тебя действительно есть жена и дочь, как их зовут? Ты неисправен. Мы не можем скачать с тебя больше информации, но мы знаем, что она там есть. Нам просто нужно добраться до нее. Именно поэтому я здесь. Я вспомнил. Имя жены Лора. Твою ж мать! Я видел ее там, я просто пытался все остановить, но... Мне следовало просто отформатировать тебя, как мы... Нет! Не делай этого. Они все, что у меня есть. Эта чушь мешает тебе. Вся эта фигня про семью — лишь часть твоей программы. Так вот они ушли, уничтожены, удалены, их нет! Вытащи меня отсюда, Стейси. Стейси! Вытащи меня сейчас! Сними с меня эту штуку. Надо быть осторожней. Это небезопасная практика соединения сознаний. Ты что, не слышала меня? Я же просил меня вытащить оттуда. Я была в процессе возвращения, сэр. Нам нужно добыть органические образцы его мозга для проведения полного анализа. Нужно стереть воспоминания со всех единиц, кроме RL7. Это доктор Стивен, не так ли? Тебе лучше не болтать об этом, Стейси. Такие вещи беспокоят людей. Что тут еще случилось? Плохо дело.